Сборник Do It Yourself DIY на двух пластинках выпущен конторой Soul Jazz Records в 2007 году. Рассвет независимой музыкальной индустрии после панк-рока, то есть до этого. Существовали и до сих пор существуют крупные мейджор-лейблы, которые контролировали музыкальный рынок, которые диктовали свои условия музыкантам, периодически обворовывая их. И пришли в середине 70-х панки, которые сказали: а нам нафиг вообще не надо эти жирные мейджоры, мы и сами можем выпускать свою музыку. И первыми были Buzzcocks, группа из Манчестера, которая, в принципе, и открывает этот сборник. В 77-м году они за свой счет выпустили 7-дюймовую пластиночку Spiral Scratch с 4 треками. И с этого-то всего и началось вот это вот развитие DIY-культуры. Появилось множество независимых лейблов, которые потеснили вот этих вот жирных уродов из мейджор. Помимо панк-рока здесь представлены разные команды разных направлений, как то и постпанк, и авангардно-шумовые, электронные, и даже вот здесь есть Dropping Crystal, команда основателей такого стиля, как Industrial. У них был тоже свой лейбл Industrial Records. Причем здесь на этом сборнике не сам сингл, а B-side. С этого сингла иногда бывало так, что B-сайды были лучше, чем основной сингл, который был на стороне А. Например, Джон Пил, знаменитый радиоведущий, о котором я могу говорить часами. В общем, он в своей программе старался ставить не только сторону А, но и сторону Б. То есть тогда ситуация, экономическая ситуация в Англии была очень плачевна, и молодежь, то есть школьники, студенты не могли себе позволить купить даже эту маленькую 7-дюймовую пластинку. Поэтому Пил ставил обе стороны, чтобы могли все услышать эту пластинку целиком и по возможности записать на пленку. Очень много забытых команд, напрочь забытых, например, вот такая команда, как Windows, выпустила всего один альбом, который даже на Discogs сейчас купить очень тяжело. Вот здесь она есть. В общем, правильный сборник, правильное место, правильное время, правильная идеология. DIY or die. Really?